это у нас? Пятница. Ой, слушайте, так приятно, но это результат, который мы сегодня ощутили. Типа мы получили медали, это здорово, мы рады. Ну, медальки получить приятно, кубок красивый, серьезно хочется пофотографировать, ну, так, как бы шуточки, но все равно это такое, ну, как завершение, наверное, сезона в любом случае. Приятно, что тоже медали были вручены, и все так закончилось, и все равно это... Какой бы незаконченный сезон там получился, это все равно чемпионство, его там, ну как признали официально все, и поэтому титул никуда, титул всегда с нами, и это очень приятно. Слава богу, то, что мы прилетели вовремя, да, без задержек, и успели на игру, это замечательно. Ну, о игровом ритме, наверное, вообще сейчас не стоит говорить. Почему? Потому что это действительно первая для нас игра, вообще первый спарринг. Вот так вот. Мы проводили, если были какие-то двухсторонки, то они были между, опять же, между собой. Вот так вот. Поэтому в данном случае, естественно, это первая игра, ну, наверное, скажу банально, первый блин комом, да, вот с девочками как раз об этом говорили. Получилось как бы вот так, и мы приехали этим составом, конечно... Мы могли сделать все намного лучше и качественнее, но пока вот такой результат, нам есть над чем работать. Завтра будем работать уже по своей программе. Я думаю, что завтра должно быть лучше. Вот так вот. Во-первых, и девочки немножко, скажем так, ну, более сбросить себе груз вот этого начала. Да. И это нормальный, прекрасный турнир в преддверии начала чемпионата России, это уже Кубок России. Поэтому здесь, я думаю, нужно найти вот эти вот положительные моменты и постараться их получить. Я тоже соскучилась по фанатам. А что им сказать? Следите за нами. Да, подписывайтесь, там колокольчики ставьте. Ну, вообще просто болейте и приходите на матчи, мы вас ждем. Он сейчас там Заряга придет, и она то же самое скажет. Мы скучаем по фанатам. Мы скучаем по тебе. Скучаем по тебе. Скучаем по тебе. Крошка моя, фанатик мой, я так по тебе скучаю. И аплодисментов твоих не получаю. Подпишитесь, подпишитесь быстро на Динамо ТВ. Вы еще этого не сделали? Нет? Тогда быстрее. Ссылка где? В профиле. В профиле. Ссылка в профиле. Обязательно подпишитесь. Да, да.